твою мать! Вот же ж козлина, а! Бля, она сейчас взорвется. Бешеная табуретка. И, разумеется, действующее правительство. Да вообще-то говоря, это похоже на Вторую мировую войну, это похоже на Первую мировую войну. Австро-Венгрия тогда и Первый рейх, вот ровно этим все мы работали, и делали такие же карты, были на...